У гимназистов разбегались глаза, когда они попали в Центр молодежного инновационного творчества «Рабалаторию». Там для них провели познавательную экскурсию, на которой ребята узнали, что такое лазерная резка и гравировка, 3D-печать и сканирование, фрезерование и токарные работы. Мы проводим такие экскурсии постоянно, каждую неделю к нам записываются одинцовские школы, группы, значит, до 30 человек, и приходят на экскурсию. На этих экскурсиях мы знакомим детей с тем оборудованием, которое у нас есть. Это лазерные резчики, граверы, 3D-принтеры, 3D-сканеры, фрезерные станки. Показываем детям, как это работает, и вместе с ними делаем сувениры. Ну, в этот раз это брелки, посвященные знакам дорожного движения. В организации экскурсии приняли участие сотрудники Одинцовского ГИБДД. Они не только рассказали ребятам о знаках дорожного движения, но и помогли правильно раскрасить значки. Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции совместно с представителями рабалатории провели вот такой вот интересный мастер-класс. Мы сначала сделали по дереву лазерную гравировку, брелки. Данный мастер-класс лучше запоминается детьми, так он прошел в игровой форме, и, соответственно, дети лучше воспринимают правила дорожного движения и запоминают дорожные знаки. Увлекательное мероприятие вызвало большой интерес у школьников. Их родители и учителя признаются, что в обычной жизни ребята не могут увидеть производственное оборудование. Мы пришли с нашим классом в рабалаторию на мероприятие. Нам показали все принтеры, которые здесь, как они работают. Большой принтер. Из него вот такой вот значок вырезали. Это автобусная остановка означает. И мне очень сильно понравилось здесь. Я тут тоже занимаюсь и собираю роботов. Их слушай, мне тоже очень понравилось, и я тоже буду советовать всем своим друзьям. Мне больше всего понравилось, как мы раскрашивали брелки. В завершении экскурсии сотрудники рабалатории подарили школьникам пригласительные билеты на бесплатное пробное занятие.